Всем привет! Сегодня 13 декабря. Приехали с Саньком на рыбалку. Наконец-то у нас в Беларуси лед стал. И мы приехали с Саней на зимние жерлицы половить щуку. Вот такое у нас красивое озеро. Но это не озеро, это Старица. Вот, она от реки сюда отходит. Мы прошлой зимой здесь ловили, в принципе. Приехали мы рано. Наверное, около 8 утра было темно. Поэтому не снимал, пока было темно, расставили наши ставки. По 10 штук Саня и 10 я. Вот, Саня в этой стороне поставил больше, а я вот в этой стороне поставил. Вот вдоль вот этого берега, наверное, штук 7. Ну и по этой стороне штуки 3 поставил. Людей здесь нет. Ну, пока что, в принципе, это довольно-таки не очень популярное место. Ну, так скажем, мало кто про него знает. Мы здесь летом ловили. Если вы видели мое видео, здесь мы на живца ловили. И на кружки, и на поплавочку на живца. Вот. Сейчас пока расставили. Ожидаем первых поклевок. Пока поклевок не было. Вот. Что получится? Посмотрим дальше. Саня вон распаливает костер. В принципе, не холодно. Где-то минус 4. Лед, кстати, нормальный. Сантиметров 10, наверное, есть. Так что будем ждать первых поклевок. Итак, у Сашки первая сработка за сегодня. Наверное, полчаса прошло. С момента, как мы расставились, может, чуть больше. Сейчас посмотрим, что у него здесь. Пока что не мотает. Мотало? Дерево не зашло. Холостая? Еще и зацеп. Значит, завела. Тут как раз деревья лежат рядышком со ставкой. Блин. Ну, так-то вроде нету. Ну, то есть. А зацеп тянется? Или глушняк? Глушняк. Оторвал. Оторвал? Размотала. А, так, ну хотя бы первый уже есть, уже хорошо. Нет. Сейчас будем тогда переоснащать Сашкину ставку.
Сработочка, сработочка. Нифига себе, непопулярное место. Хоть бы кто сказал. Даст Бог, не последний. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Тут шесть, и там трое. Девять. Вот и вообще стоит на месте. Непонятно. Ну да, что вроде. Вроде что-то и да. Так, ну уже первое есть. Это хорошо. Ждем дальше. Так, у Сани сработка. Как я Сани замотал? Возле дерева, да, что-то там обмотало у него. Есть. Есть? Да. О, поздравляю, Саня, с открытием. Кстати, Илюха просил поставить сюда ставку. Он у нас приболевший. Вот на его и сработало. Ну, нормально, слушай. Ну, килошка, наверное, будет. Давай посмотрим на нее. Ну, да смотри, видишь, за усик зацепилась. Ну, молодец, открыли сезон. Вот такая река здесь протекает в конце Старицы. Тут тоже закраины такие. И вот сюда она впадает. Ну и пошла наша Старица. Здесь, в принципе, уже получается рыба не заходит. Все, что осталось с осени, все осталось в Старице. Все, что зашло. Кто-то, я смотрю, даже и лунки тут сверлил. Пробовал ловить. Экстремал какой-то. И вот наша Старица. Рыбаков, конечно, приехало много. Мы даже не ожидали, что сегодня столько много будет. Здесь вообще, в принципе, мало людей всегда. А сейчас уже, кроме нас, 9 человек насчитали. В общем, мужики, собираемся мы уже с Аней домой. Уже 2 часа дня. К сожалению, поклевок больше не было, поэтому не видим смысла мы уже дальше сидеть ждать. Кроме нас, вон мужики тоже ставили жерлицы, у них тоже ни одной поклевки, поэтому будем собираться. Немного такая неоднозначная рыбалка, такое открытие непонятное. Ну, Саня, по крайней мере, рыбой открылся зимней, а я, к сожалению, только одну поклевку видел. Не забываем подписываться на канал, ставить лайк. Всем пока. Perfect.